Волонтеры не на словах, а на деле. И все это о женщинах элегантного возраста. Именно они стали добрыми помощниками в комплексном центре социального обслуживания населения столицы Чувашии. Их называют еще серебряными волонтерами. По доброй воле, с великим желанием, эти бабушки приходят каждый день в центр, чтобы узнать, кому нужна помощь. Они могут присмотреть за детьми, отвезти в кружок или в спортивную секцию, почитать книжки или дождаться мамы с работы. У меня вообще четверо детей, и когда младшему исполнилось 3 года, пора было на работу идти, я просто не знала вообще, с кем оставить, потому что бабушки у нас нет, у нас умерла бабушка. И мне предложили вот этот проект, взять бабушку, и я, конечно же, согласилась. И спасибо этому проекту, на самом деле, здесь очень добродушные, очень веселые, очень бодрые бабушки. Сегодня в центре социального обслуживания большой семейный вечер. В одном кругу мамы, папы и бабушки. Посещать эти семьи мне приятно. Мне интересно заниматься с другими детьми, потому что действительно нам, вот женщинам такого возраста, может быть, хочется как-то вспомнить вот это чувство материнства, вот это вот опять как-то себя почувствовать нужной действительно. И я хочу пригласить всех свободных женщин, пенсионерок, приходите к нам в центр, приходите к нам на нашу программу, на наш в «Экспресс-бабушки». В центре социального обслуживания уже год реализуется проект «Экспресс-бабушки». Бывшие социальные работники, педагоги, воспитатели на пенсии помогают нуждающимся семьям присматривать за детьми. Этот вид помощи очень востребован. Сюда постоянно обращаются мамы, которым даже на пару часов не с кем оставить ребенка. А у бабушек-волонтеров есть свободное время и желание отдавать свое тепло. Мне поручили 2 мальчиков, 2 двойняшек. Вот. Детишки в то время были маленькие, им было всего 1,5 годика было. А сейчас они подросли уже, стали побольше уже. Вот. И стали мне как совершенно родные уже, они стали. Любишь своих, как будто своих уже. Привязалась я с ним. Они тоже ко мне привязались. Вот на улице гуляют они, видишь их, они кричат: «Баба наша, баба наша!» Бегут, бегут ко мне навстречу. Винсент у меня на руках целует, обнимают они. Знаете, как душа совсем становишься, как будто молодая ты. Вот чувствуешь, что нужна ты им, отдаешь всю любовь детям своим. «Экспресс-бабушки» – это настоящие палочки-выручалочки. Лучшая оценка работы для них – счастливые улыбки детей. Когда у наших бабушек за плечами большой-большой опыт, вы ведь многое отдаете нашим детям. А самое главное – это семья. Семья – это главное в нашей жизни. Я выражаю вам благодарность за то, что вы свою частицу тепла отдаете нашим детям. Не только своим детям, своим внукам. У вас теперь появляются еще внуки уже. В следующем году проект «Экспресс-бабушки» планируют расширить. В центре обслуживания населения будут рады всем, кто хочет помогать другим. Волонтерское движение по всей России с каждым годом набирает обороты. 2018 год президент страны предложил объявить годом добровольца. Это будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России, сказал Владимир Путин, обращаясь к волонтерам на Всероссийском форуме добровольцев. Татьяна Трофимова, Республика.